Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, и мы начинаем новый цикл прохождения по краю эфир. Дело в том, что буквально на днях вышел патч 1.4, добавивший в игру кучу кастомных кампаний, которые были одобрены самими разработчиками. То есть это такие кастомные кампании от сторонних людей, которые настолько понравились разработчикам, что, судя по всему, выполнены на очень неплохом уровне, поэтому давайте смотреть. Вроде как их даже скрепили каким-то отдельным сюжетом с катсценами. Не знаю, посмотрим. Я не думаю, что эти видео будут идти по продолжительное время, там по полчаса. Я думаю, где-то минут по 20 на серию. Это максимум, что я смогу из себя выжить в ближайшие пару-тройку дней. Надеюсь, отнесетесь с пониманием, но тем не менее, как бы там ни было. Давайте приступать. Так, подождите, это что у нас там было? То есть у нас есть вот Memories. Пока что 5 различных, да, доступно. Причем первый, насколько я знаю, проходится достаточно, она продолжительная такая. Ну что ж, будем надеяться, что это будет страшно, потому что Darkness Within, то есть внутренняя тьма, вторая часть уже практически пройдена, и во вторник вы увидите последнюю версию, ой, последнюю серию. Проходить на медиуме будем, чё уж нам. Интересно, это история Саймона по-прежнему? Ну, судя по картинке, да. Добро пожаловать в краю эфир воспоминания. А, понятно. Ну, это, короче, говорит, что это было создано комьюнити, то есть сообществом поклонников игры. Не забывай, но и не помни, потому что ничего не имеет смысла. Короче, к оригинальной сюжетной кампании это отношение особо не имеет. Понятно. Как это управлять, да вообще не помню. Сколько я уже не играл? Почти полгода. Глава первая, Рампл. А, ну это Рампл, наверное, создал первый чаптер. Нет? Не знаю. Посмотрим. Саймон! Давно не виделись, братюня, как я по тебе соскучился. О, нет, нет, нет. Ты чё? Если ты будешь себя терзать, он говорит, ты не будешь себя лучше от этого чувствовать в итоге. Лучше тебе не станет. Подожди, только где субтитры? Сколько лет, сколько зим? Так, давайте-ка мы зайдем в опции и посмотрим, почему у нас субтитры выключены. Это, по-моему, непорядок. Так, маус. Где это здесь вообще включается? Ну, судя по всему... А, вот они включены, все нормально. Так, как управление? Тебя сразу слот один. Только что это нам дает, я не помню. Пасноник, отлично. Все те же улицы Стокгольма. Но в этот раз вроде бабайк на них нет. Шилипс. Почему меня трясет всего? Эта мышка сбоит. Не знаю, купил мышку Razer Abyssus. У нее временами что-то с сенсом. Она вот просто вот так вот дергает и все. Иди сюда, говорит. Блин, я и забыл, как эта игра до усрачки страшная. Ладно, допустим. Стой тут. Стой, или умрешь. Ладно, ладно, я стою. Слушай меня, мой голос. Я твой долбанный голос, поэтому слушай себя, мать твою за ногу. Свой разум, слушай. Если идти по правильному пути, ничего не останется. Можешь продолжать. Но здесь игра слов. Означает. Ну, вы поняли, что это означает. Но дословно, ты можешь пойти направо, а налево ничего нет. Ну, ладно. Так, сохранение есть у нас? Как у нас, кстати, сохранение? Ой, блин, что-то мне уже страшно стало. Я уже забыл, как страшно в эту игру играть. А, в этой игре же... Нет квиксейва, по-моему.
Так, я правильно пошел? Еще одна остановка. Так как слева ничего нет, может быть только направо путь. А, либо такой литературный перевод. Если ничего не остается, остается только твоя правота. Ну ладно. Слева, я думаю, там что-нибудь совсем плохое будет. Подожди секунду. Постой секунду. Один момент. Чувствуешь? Чувствуешь, мать твою, за ногу? Почувствуй свое безумие. Почувствуй его. И сейчас. И сейчас. О, это что такое? Не, разве не отлично? Что ты ждешь? Пошел. Меня уже бесит этот голос. Я хочу сохраниться, мне страшно. Да блин, что происходит вообще? Я забыл, в этой игре же нет сохранений. Смотри, что ты натворил, идиот. Ты потерялся во тьме. Себя потерял. Ты этого хотел? Или ты хочешь найти путь отсюда? Я хочу найти путь отсюда. Но? Тогда слушай меня внимательно. Во тьме включится свет. Иди к нему. Ладно. Не волнуйся насчет крика. Ничего там нет. Иди к следующему свету. Блин, это... Ну, блядь! Чувствуешь, да? Еще! А! Блин, я не могу переводить и драться с бабайками одновременно. О. Да где ты? Где ты? Пойдешь не к тому свету, умрешь. Иди к тому, что не справа. Вашу мать. Так. Три патрона. Один труп. Даже ни одного. Сука, иди. Простите, я матерюсь. Блин. Это капец какой-то. Никаких сохранений. Да вы издеваетесь, что ли? Это что за капец был? Ладно. Ладно, встретимся через пару секунд, я думаю. Так, ну продолжаем. Блин, сложно. И страшно, игра на психику давит. Да, блин. Еще этот инвентарь он специально таким сделал, чтобы выбешивать. Ну, это же логично. Так, ладно. В прошлый раз мы тут умерли, нет? Где они? Где? Вот сюда нам. Бережем патроны. Экономим. Ай-яй-яй-яй-яй, ребята. Какой нафиг экономим? Да, блин, не мельтеши, скотина, ну... Так, где следующий свет? Давай, дружок, давай, смогем.
очень, очень, очень непросто все это. Давай. Давай, давай. Давай. Ну, да что ж ты тяжелый какой. Иди к следующему свету. Я покину твою душу. Навеки вечные. Вечные, вечные. Ой, как скажешь, штука уйди от меня с таким голосом, братюня. Глава вторая. Арвути. Вот это капец, ребят. Блин. Это вот просто, я вот, когда не играешь в Крайофир, забываешь, насколько он именно, он не то, что просто страшно, у меня опять голос задрожал, он именно давит на психику, это, блин, таких мало какая игра может похвастаться этим. Фу, так, дайте отдышаться маленько после всего этого. Напугало. Но здесь чисто такой экшон бешеный был, это же просто что-то невероятное. А, в этой игре еще есть фишка, что нельзя перезаряжаться, пока все патроны не отстреляешь в обойме. Помню, помню, в этой игре патроны надо беречь. Ой, да сколько же вас тут уродов. Блин, припадочный. Ну ладно. Это было просто. Я не помню, в этой игре батарейки сажаются, нет? Блин, еще одна. Фу, это проще было. Гораздо проще, чем то, что было в начале. Сейчас полезет. Вот обязательно вот. Твою мать. Скотина живой. Да. Хорошие какие модификации. Заставляют кирпичи откладывать в промышленных масштабах. Уф. Че, все что ли? Быстро. Так, у нас нормально. Сохранение есть где-нибудь? Как же приятно вернуться в Крайофир. Нет никакого сохранения. Я, по крайней мере, не вижу, как обычно. Я же люблю шары долбить. Так, ну хорошо. Бочка стоит. Ауди. Я просто вспоминаю управление. Не подумайте. Все в порядке? Использовать может его сразу? Я не помню, сколько он восстанавливает. Возможно, это было и лишним. Тихо. Судя по звукам, блин, а кто так звучал? Я не помню. Твою мать. А, скотина. А. Да что ж с вами такое, тварь, а? И почему Саймон так медленно бегает? Давай, давай, давай. Уф. Ой, нет. Где я? Это место просто пипец какое странное. Что это за место? Оно вообще реально? Твою мать.
Так, сохранимся. Ну его нафиг. Братюня. Все страннее и страннее. Похоже, какой-то сон больной. Допустим. Это же этот, из края эфира. Да где ты? А, вон ты. Ой-ой-ой. 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 А! Блин, под самый конец. Ох, блин, это такой дурдом. Ну ладно, ребят, давайте-ка мы на этом на сегодня закончим. Тут уже мало того, что у меня времени не хватает, но еще игра так на мозги дает, что лучше, пожалуй, это перенесем на чуть попозже. Увидимся в следующей серии этого прохождения. Надеюсь, вам нравится. Мне, я, с одной стороны, рад вернуться к Крафиру, с другой стороны, это, по-моему, какой-то капец. Очень страшно. Так что увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.